А то я могу проскочить, мне полный бак. Красный! Ладно. Кто красный? Светофор, блин. А там, там светофор был, я что-то не заметил вообще. Блин, придут, меня обошли, меня тут обошел. Сзади третья машина, осторожно бой. Подрезает, блин, как бы. Он пустой? Пустой, без прицепа, просто машина идет. Это да, опасно дело. Шутки плохи. С таким ребятки. Он может это. А, ушел, он не ту сторону. Ну просто я Андрей, все Андрей предупредил тебя, чтобы нам поворачивать налево, да, получается? Налево. Я сам предупредил, чтобы всякому. Итак, мы сегодня продолжаем наш конвойчик. Работаем. Везем подарочки на Новый годик. Компьютеры везем. Игровые приставки, мониторы, джойстики, мышки, клавиатуры. Всем привет. Видеокарты. Рукой машу. Все везем, короче. Рукой машу, сестра, рукой машу. Я машу рукой, вот смотри, видишь? Я тоже машу. Всем привет. Куда ты машешь? В экран. Я в кабине машу, смотри, открываю стекло, машу рукой. Молодец. Машина стоит. Лёха, предупреждай ты, ё-моё. Ты машина стоит? Слева стоит машина, аккуратно. Ух ты, точно. Что у нас стоит? Ну, человек отдыхает, пошёл отлить. Отлить пошёл? Так, налево, налево идём. Лёха, тормози, ага. Ты Серёгу потеряли уже. Нет, нет, я иду. Я иду, иду, нормально. Что-то я на это... Ищу, блин, что-то... Меня обратно это не выключает этот поворотник. Мышку нажми. Ты там должен автоматом вырубаться, что ты не хочешь. Не всегда выключается. Наш мышка сломалась. Это не левый мышка это. Это не мышка. Короче, везем большой-большой груз. Сколько нам? 150 километров. 1150. А у меня 1138. Ну так было 150, когда начинали. Стоп, было 1115, было почему такое? А что за фигня? А вот не знаю, что за фигня. У меня было написано 1115 было. По прямой идем, по прямой. Хорошо. Так, заправка. Ага, с левой стороны заправка. Это мне сейчас заправка? Сейчас вниз? Что? Ну ладно, прям приезжаю. А вон вижу, теперь вижу заправку. Офигеть! Куда я залетел, не знаю. Куда-то заехал, куда-то я тут, короче. Куда ты заехать там мог? Погоди, там машина идет какая-то, я тут... А, нет, никак. Тут ничего не вижу, в темноте еду. А что, без света? Да меня машина с ворот не писал, не прямо не подкатил. Думаю, ну, надо под прямо, а я... Могут и выкинуть, если это. Без света. Нет, нет, со светом просто я... Надо было прямо, а я повернул налево, блин, а я пришлось немножко в это не въехать. Все, ждем Серегу тут. Короче, я на заправку заезжаю. Так мы тоже заехали. А, вы заехали, да? Из британского... из британской солярки залили. Английской. Хочу поиграть что-нибудь на модовой. Какой-нибудь хорошей карте. А кого это? Тракториста? Пикнуть сейчас. Эй, алло. Тракторист. Да, включай свет. Что? Тебя предупреждение, сейчас выкинут. Да, у тебя предупреждение синий, видишь? У тебя красный должно писать. Красное выкинуть, а это предупреждение. А за что меня тикнули, так и не понял. Не знаю, он написано, что тебе предупреждение первое. Что ты сделал, не знаю. Ну, свет выключил, может. Не знаю, мне вроде горит. А он там задом куда-то давал. Нарушил что-то. Это не за света. Ну что, Андрей, стоим, да, просто? А где он? Я его выкинула.
Тогда ждем. Тогда погоди, сейчас я тогда это, хотя я не стану, чтобы никому здесь не мешать. Так давай я проеду, за мной остановись. Нет, нет, Андрей, я в туалет. Сейчас подойду. Ну так я говорю, за мной остановись тут. Там же... Ты сейчас, погоди, я, у меня уже это, сейчас подойду. Сейчас подойду, не могу, у меня уже это... Клапан жмет. Жмет, да. Так. Стоим, типа. Надо сфоткаться. Так, фоткаться. Где у нас аппарат? Вот аппарат. Фоткаемся. Чик. Чик. Ну, нам ехать, короче, долго еще. Странно, почему все так выкинуло. Так, я тут, а? Я тут два бокала этого сок купил сегодня, меняет. Я тоже бегаю. Тоже бегаешь, да? 2 литра выпил это. Лимонада. Вот, а я 2 бокала выпил. Не, не 2 литра где-то. А я выпил 2 бокала по 0,5 выпил сока этого яблочника там. Вот теперь. Который в этих деревянных картонных этих бутылках-то. Че, Лех не зашел еще? Ну, сзади смотри, никого пока. А чего так и дано? Только встал и выкинул сразу. Ты там, кто там свет включил? Ага. Ты что ли сзади? Теперь Леха будет. Теперь Леха. Ага, все, поехали. Леха сзади. Че, в меня чуть не въехал? Чуть пастя разорвал. Все, давайте теперь за мной газуйте. Газуем. Та-дам-та-дам. Так, нам сколько еще рулить по этой прекрасной стране? 1104. Не-не, по этой стране говорю. А я не знаю, могу сказать. Так, впереди какой-то... Написано там было, когда мы ехали до переправы, нам приговорили, написалось там 60 км. А, ну, значит, скоро будем. Когда там было, выбирал время, там написало, когда вы доезжаете до переправы, 60 км. Ну, в общем, как бы это считается документацией, как бы сейчас... Главное, держите дистанцию, чтобы не сбить друг друга. Там поворот хорошо. Впереди. Хорошо. Тормозить будем потом, чтобы не врезались. Хорошо. Да вдруг кто-нибудь затормозит, и потом остальные пошел. Я-то резко не стану, у меня это включена вся эта, заносы. Ага. Резко встать не смогу. Блин, тогда 84 минут, что ли, тогда? Они тут нормально, тут пока повороты нормальные. Ты что, от первого лица едешь, что ли? От третьего лица едешь? Палят они по-разному, так и так. Я ляжу тебя зад, тебя бросаю, тебя туда-сюда. Я от третьего еду, вообще-то. А, у тебя вот там, тебя валяет, а тебя бросает какую-то прицеп. Так я тут 2 монитора включил, смотрю туда и сюда. А, ну понятно. Так можно въехать в это подглядеть. Ну что поделаешь? Так неудобней. Понятно. Смотрю, как запись идет туда все. А. Ну ты это. Не говоришь, что запись идет. Ну. Или потом все это вырежешь, что ли, потом голоса от наших. Нет, зачем? А. Можно, но это ж надо сидеть обрабатывать, зачем? Я понял. Пойдем. То есть, ребят, всех с наступающим Новым годом. Обычный стрим, да, едем еще просто без чата и все. Да. Так что, ребят, если что, всем это с Новым годом. Ага, с новым счастьем. Да, с новым. Желаю счастья в личной жизни, пух. Да. Ну то блин, будет ли записи, но это будет. Записи, блядь, интересно. Завтра проним завтра. Будем угорать. Если что-нибудь не заглюкшит. Да. Не дай бог.
То сейчас рубанет свет, и запись не сохранится. Да дай бог ты что! Ну балалеш, говорю. Всякое бывает. В такие случаи надо без прибой никогда иметь. Редко это. Редко пропадает. Раз в год так перебойник платит. Раз в год? Ну да, ну раз в два раза бывает. Серьезно. А что так чуть-чуть тихо идет? Пропадает редко. Ну сколько идет, столько иду. 85. 85, а я что-то за тебя догоняю так тебе. Вот, 95. Вот. Вот, там под горку катимся. 97, 100. 100 иду, прикинь, 100. 105. 102. 105 иду, да. Все, сбрасываю, скорость вертается обратно. Эх, недолго побыла это, да, скорость такая большая. Где эта граница, ё-моё? Что-то тут долго едем. Да не знаю, честно говоря. Так, завтра последний день уходящего года, а Пушкин так карту и не дал релиза. Говорю, обещал в этом году что-то... Что-то не слышно пока. Ну напиши ему. Да ну зачем? Так, по прямой идем. Ну нас еще не подготовил. А может нам готовую карту, может нам хочет нам дать. Да не сделает он готовую, ты что там, блин, работаешь что, полгода. А. Просто на ответ хочет пока выложить, а потом остальное. Мне интересно, что там на этой ветке, что за карта. А, на ЭТС-ке? На ЕТС-ке. Ну. Там же какая-то один к одному. Километр-километр идет. Ну, надо будет, без мультиплеера будет. Ну, так да, но можно играть это, как бы, совместно стрим делать. И, ну, катать в одно время вдвоем и на экран выпускать второго человека, и получится, как будто играем вдвоем. Выезжать там, ну, ты в один город, я в другой, и ехать. Да получается, что надо отдельный профиль создавать надо, да? Не. Ты играешь у себя, я у себя, и я... Нет, я не в том смысле. Как бы новый это создавать надо, аккаунт создавать надо. Ну, зачем? Не знаю, наверное, нет, зачем. Что, на этом профиле играть можно будет? А как, ты с модами играешь на другом? Да. А я на этом играю. На промоции я на этом играю. Так промоут же идет в МП, там же обычный мод. Ну да, вот как от России, когда карт России скачивал, то я отдельно создавал профиль. Ну Россия там так надо, по-другому не допустится. Что нафига не видел, там что она видит, ну как-то сам как-то работает. Россия так сделана просто. Ну сейчас России есть, потому что сейчас нет уже 1.36 уже. А 1.35. А откат. Есть уже, конечно. Есть уже? Да. Нет, я насчет. Он же обновляет сразу. Ну я что-то от России что-то хочу, там что-то вон как-то мало. Кто покупает, он сразу им скидывает обнову. Допустим, если тебя уже куплено, выходит обнову, он обновляет, тебя скидывает сразу. Ну там получается, значит, у него карта, у него там подеть должна это быть. А черная карта, черное море должно быть, там ее прикрывает. Это черное море. Нет, Телсиена не работает, Телсиена отдельно. Ну вот карта промоции, я знаю, что... DLC в Черном море там пока не включили. Ну, а Сурова Россия работает без DLC. DLC она не запустится. Сурова Россия без DLC не запустится в Черном море? DLC надо отключать, DLC она не запустится. А. Там сделана карта автономная. Не подключается к этому. Одна. У нас очень огромная, ты что? Сурова Россия? Ну. Она стоит дорого очень. 2 ну, 2000, как бы, не знаю. Дорого, недорого. Как этот, блин, как карта, блин, Сибирь, блин. Так она больше всех этих карт размером. Вот которая у нас имеется, она больше этих всех. Погоди, Сурова Россия играешь, там еще все DLC включать? Да, DLC надо выключать, она не ну, работает. Ну как бы отключаешь время, заходишь в это, заходишь, да? Так, идем. Короче, влево. Ага, все. Тормозим. О, тормозим. Сгорни, скидывай. А то здесь тормози... можно в сугроб попасть аккуратно. Я потормозил, Леша, что там осторожно будет. Не едем мы. Там поворот крутой. Да.
Все, по прямой теперь. Хорошо. Да блин, где-то граница, ё-моё. Что-то мы долго едем. Никого тут вообще-то? Да, вообще никого нет, нет, это хорошо, не, ну, плохо, что никого нет. Здесь нет, народ здесь редко бывает, когда попадаешь в Капитанию, здесь народу очень мало. Когда это... Блин, может проехать, что-то километров вводит. Когда это паром будет? Кого-то догоняем. Мы? Ну да. А, ну, это встречка. Это она встречка. Кого-то догоняет. Ну я смотрю по это. На радаре показывает, кто тут приближается. Ну да, я видел тоже, да. А ты что, с там едешь, что ли? Да. А я без табы катаюсь. Я смотрю иногда, чтобы это кого-нибудь не зацепить. А. Включаю, гляжу, кто на дороге. А ты включаешь. Ну да. Так, по прямой. Ну я тоже, да, когда играю одиночки. О, какой-то Ахмед впереди. А, там вдвоем, а мне один показывает. А, второй. Ух ты, там, блин, крутые ребята поехали. Ну какие-то это, грузины или кто там, блин? Серьезные мужики. Серьезно? Я грузин, а серьезные мужики стали получать. Ну да, они такие, ну, крепкие ребята. А-а-а. Тронешь голову, оторвут. Не знаю. Ну, когда это паром-то будет? Мы, наверное, поехали это, ну, вообще по другой стороне, не там ехали, туда. А, хоть кнутяж увеличился. Ну, наверное, пошли чуть вниз. Понятно. Потому что никого. Там вроде крутой поворот будет сейчас. Да вроде пока не сильно крутой. Там впереди вроде да. Посмотрим. А то далеко крутой, а подъезжаешь нормально. О. Ну да, как далеко, да, а подъезжаешь его не такой крутой. Ну вот, мы проезжаем, ничего тут страшного. 90, пока. 90, даже скоро даже не спросил. Зашел. Прямо, да, едем, ага, прямо. Так а тут разлуки-то нету. А, да, твой разлуки нет, да, 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 точно. Тут только прямо, покуда что. Что-то я скорость мне что-то падает, офигеть. Упала. Какие? До 80 упала, потом поднялась опять. О, пошла под горку, 90. 100, 100. Давай 105, 110, давай 120. 108. Блин, пока, у меня пока 107, 107, вот. У меня то 107 была самая большая. 105. Так, еще один какой-то впереди едет. Торо. Торо, здорово, Торо. Ты что, здорово там, что ли, с ним? Ты что, через чат, через дискорд, что ли, здоровается? О, через это, через... Дискорд, так, дискорд. Ну, через это здоровается. Ты вроде не был, тебе вроде не был на рации, тебе вроде там. Торо, Торо, Торо. Так, короче, это, там какой-то поворот. Так, чтобы тебя не въехать, если тормозишь. Ну там ходит мне... Впереди машины, аккуратный поворот. Идем влево, скидываем скорость. Чё, влево что ли? А, да, влево. А я то я тут поэтому и лечу, блин. Я заметил, ты посередине прям лупишь. Ну нет, почему я все на Андрюху не въехать, просто я шел по той стороне.
Ну, что тормозит, что я мог по встречке, и я просто не еду, и все. Значит, не машин гей. Ведь порожняком. Ух ты. Нет. Это тариф, если у тебя нету толщи грузы, ты видишь машины пустые. Да, тут у нас груз я есть. Он с грузом идет, но ты видишь его пустой. У него бочка. Он с грузом, ты видишь пустой. Да, ты видишь пустой. У него это DLC. Для тебя он, да, пустой будет идти. Ну что, машина стоит, нет, что ли? Я сзади говорю, что он это... Нет. Видел бочку у него. А, потом видел, да? Да. Тоже бочку видел, да? Ну, я просто подумал, он так летит-то, а где думал, пустой он. А что там обгоняет? Так а то они предупредили, что он обгоняет, я не видел. Обгонял нас. Он меня обошел. Король плеер, ё-моё. Он же 110 шел, у него же это, груз этот, у него не внешка, а это... Ну я знаю, обычный. Обычный груз у него видно был. Ну а весь, наверное, эта бочка-то, в общем, он может это идти 110. Правее, говорят. О, мы почти около Лондона. К кольцу едем. Блин, я смотрел все на чат, чуть не это не поехал. Чат загляделся? Ты тебя что, чат еще работает? Работает, да, у этот на табе, который. А, родился чат. Чуть не заехал, это влево. А, понятно, понятно. Было бы бабум. Да, было бум-бум, блин. Но то какой казачка хорошая получила, бум-бум была бы. Что, правее, говорят. А тут японцы кричал, корейцы кричал, прикольно так калякают. Сидишь, угораешь, сидишь, когда калякают. Так, охранка. Так, 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 слева, с коня. Молдова какая-то. Что, обгонять? Офигеть! Экскаватор мы придет, блин, как танк. Я хотел пристроить, думал, да, это... Он слева не приодел зеркало-то, блин. Обгоняет, да? Да, обошел, он меня обошел, он меня уже обошел. А, вижу, вижу, догоняет меня. У него видно это, у него не внешка, походу, у него пять деток, наверное. Ну, обычный транспорт, потому что он идет, хорошо идет. Потому что 90, а он 110 идет. Он сейчас тебя догоняет уже. Да вижу. Я пропускаю его. О, нам остался еще дубр приехать, и там уже будет этот путь. Ты что, магазин, ты что, успеваешь еще на это нажимать, на это, на F3, карту? F3. Почему F3? Ну F3 я на F5 сразу настроил, чтобы это... Так, идем влево. Самый большой. Поворот влево. На развилке. Ты как повесил? Ты, получается, как-то всю карту делаешь, да, получается? Где он там, посматриваю? Ё-моё, куда поворачивать, я что-то не пойму. А, вот налево. Налево, влево. Это ты подскочил? Офигеть. Да. Ну я перестроил, чтобы это, зацепить тебя. Тут, так, на обочине машина стоит слева. Хорошо, а вон вижу. Красный этот. Контейнер. Хорошо. Ой. Офигеть. Ой, блин. Ты там уже это, еще лобовое стекло плевал. Да, не говори, будь здоров, расти большой. Спасибо. Фу, все вытер. Короче, я завтра смотрю, уже целоваться будешь завтра. Или сегодня. Не, сегодня не залил этот долго. Ну, там, знаешь, сколько будет? Там его 50 будет. 50 гигов? Ну, много, не знаю сколько, но много. А ты как записываешь, в 4К или в 2К? А как я 4 запишу? Не запишу 4. А ты ТЗБ записываешь? Так, а без разницы, я не запишу любой программой. А я знаю, вот знаешь, какую программу записывал, которая встроена в этот? Так, я знаю, но она не записывает, если монитор обычный. Там можешь ставить любое, все равно запишет
только был в HD. Нет, у меня 4К. Не-не. Меня машина обходит, обошла. С ты бочкой, ты выбираешь 4К, а запись все равно получается одинаковая. Когда запишешь, думаешь? Посмотри, да, это характеристики видео. Там обычно будет стоять. А, ну попробуй посмотрю тогда. Оно выбирает, но это... О! Кикнули кого-то. Репорт. Репорт. Кому репорт? Не знаю. Он написал, мужик. Не знаю, я ничего не видел. Я пока здесь нахожусь. Так он репорт кинул кому-то. Откуда я знаю, кому он кинул? Предупреждение, выключайте эти дальний свет при встрече. А, ты это дальний свет у меня едет. Я на говоритах еду. Вот дальний у меня, а это ближний. Ну здесь, когда дальний включаешь, здесь так отсвечивает, вообще здорово. Что-то вы там потерялись далеко. Надо тормознуть. Да, и там машина и несется, будьте осторожны. Там на развилке очень много машин. Так, у меня еще одна машина... А, нет, я свечку. Ой-ой-ой, тут нам, короче... Нам, да, короче... Сзади машина обходит меня, если что. Угу. Ну, тут, ребята, тут машин. Так, на развилке идем влево, наверх. Ага. Налево, вверх. Поворачивай, значит, надо будет сейчас, да? Ну, да, конечно, надо. Там очень дорога такая фиговая, аккуратно. Ага. А за мной, кстати, идет. А, тут да, тут, блин, да. Меня на свечку выскочило, ё-моё. Ты стоишь, что ли? Нет-нет, я еду. Просто выкинул на свечку, потому что меня колёс потащило, и я как бы не мог как бы это... Ну и там знак шип только знак и все. За мной пристроился чувак, и за мной едет. Даже не обходить. Блин, когда утрать будет? Когда утро-то будет? Так, еще один поворотик там, на развилке направо. Ага, хорошо. Там вниз, наверное, пойдем. А вот, так. Вижу, переправу уже вижу. Ага. Наконец-то мы переправляемся куда-то там. Делаешь, Серега. Тормозил, ну ты затормозил. И меня тут въехал. Тебя въехал, я тут меня въедешь, я уже приготовил. Меня въехали. У тебя и ты въехал. Я не успел. Но меня въехали. Я сейчас почувствовал, что меня толкнуло. Но он не соблюдал дистанцию. Он дистанцию не соблюдал. Дистанция. Ой, блин, не люблю я вот этот проезд, короче, ужас. Он обходит меня, если что. Ну, входи давай, ё-моё. Выхожу. Да, он входит и не хочет обходить нифига. Входит и выходит. Не говори-ка, блин. Аккуратно, встречка. Ага, спасибо. Не поцеловаться, блин. А вот почему он не стал входить, понял, там встречка был. Тормозим здесь.
у нас это переправа. А, что, пресс еще будет? Угу. Так, что-то ругается, блин. Кто ругается? Это вон Мальчик. Мальчик. Жесть, куда там? Ну и куда ты, мужик, едешь по моей стороне? Эй, а кто меня там уже толкнул? Лёха. Лёха, блин, ё-моё. Я тебя толкнул по Вольге. Какой там третий полосу? Я не знаю, какой пролет. А во, второй. Зеленый хороший, видишь. Наконец приехали, а! Ну, не совсем. Главное тут не заблудиться, главное. Аккуратно, мужики, тут. О! Наконец-то, блин, ё-моё. Так. Что, заезжать тебе можно? Заезжай, заезжай прям на него. Как несется, блин, пиздец. Галя. Так, где мы, где знак-то? Вот он. Так, что куда там перемещаться? Вроде должны быть на пароме, а он на поезде поехал. Куда перемещать? Ой, как долго? Ой, офига себе. Андрюх уже уехал. Наконец-то эти родимые места. Не говори-ка, блин, где он ехать не по встречке, да? Не по дорожке, да. Ну, а полпути преодолели. А ты кто за мной едет? Я еду с тобой. Кто-то едет, да. Не знаю кто. Так, ты куда поворачиваешь, налево или направо? А, налево. Направо. Направо. Тут чувак тут в этого отбойник ехал, прикиньте. Фу, блин. Ой. Меня назад потащилось. Вот это ты вдруг в меня врезался. Кто сейчас едет? Какой? Вот который сейчас передо мной едет, вот он меня въехал. Сзади, который еще, он видите, здесь с нами идет. Напиши ему репорт. Да ну, кидать я еще репорт. Ты, напиши, а, просто. Кстати, не, напиши просто. А, кстати, у меня ничего, не вообще просто повредил мне ни грамм. Ага. Я не буду писать, зачем, Андрей, я не хочу. Да зачем ты просто я? Напиши ему, тебе репорт. Чтоб он знал на будущее. Да ну, я писать это не буду. Я в час не хочу там что-то начать. Так аккуратно тут, ребята, машина выезжает. А тут ой, тоже, парень тут по обочине. Повис, бедняга. Че, толкать будем, что ли, его? Тихо, давай я первый. Подожди, висит, этот парень висит. За пробка? Пробка, да. Парень висит. О, выехал он вроде. Не успел проскочить. Да я, Андрю, Лёха, тут куда тут? Не, пока, пока Лёха тебя колись, пока тебя пока колись, там тебя не бойся. Там тебя колись пока была. Вот сейчас недавно колись тебе был. Ё-моё! Я тут это, погоди, сейчас вот что это, балансировка эту, что выехал. Блин. Я не так вписался просто. Ну, да? Ну что, радиус, там... радиус не рассчитал. Проехали вы там? Да, 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 проехали. Я там немножко повис немножко, Лёха меня немножко толкнул, немножко. Немного бы толкнул немножко меня. Немного. Ты тут без руля останешь, тут постоянно поворотники включай. Да. Блин, вот такой игрой по неволе руль хочется купить, да? Прямо пойти и 30-ку потратить на руль. На мышке попробуй, на мышке попробуй. Ну, да ну не хочу я на мышке попробовать. То вот, я то же самое, что руль. Вот сейчас на мышке играю, блин, комфортно. Тут настройки отрегулировать надо. Так, где там тракторист? А, сзади вы, да? Я догоняю, я залез за тобой, я с тобой иду следом. Иду все равно тоже 90 еду. Хотя, а почему я обгоняю всех и вся?
Да ты гнать ты будешь или будешь так? Что гнать? Ехать? Тут перед люди едут. Погоди, куда гнать? Почему я гоню? Не знаю, что ты гонишь. Куда гнать? Поворот, вторые, что ты творишь ты, блин? Обгоняешь на повороте, а, да. И впереди движение же идет. В конвоях так обычно не обгоняют. Если едешь второй, третий, значит так и едешь. Блин. Я в конвой всегда еду. За кем-то еду. Ты, Андрюш, что, встаешь? Или ты... А, ты встаешь. Не, я впереди. Ты что сделал? А ты нафига встал-то? Ой, ё-моё. Что, опять авария? Я в бордюр заехал. И ты предупреждаешь, что ты на бордюре, блин, висишь. Что я мог уйти вправо. Ну все, я глохну теперь тут, блин. Сколько я меня хоть угробил? Блин, 20%, ёпарасте. Ай-яй-яй, а до финиша далеко еще. Не, машин 20%. Так я знаю, до финиша груз далеко. Погоди, Леш, там груз не победил твой груз я. Ты черт с ним, блин, 2%. Сколько там? Так ой. А что ему груз, он без разницы. Ну, все равно, блин. Он же подарки везет, что там? Подарки везет. Пару джойстиков сломал, ну что ж теперь? Пару PlayStation, блин. PlayStation 5, да, которых еще нету, да. Не будешь меня обгонять? Да куда я, меня машина глохнет? Конечно, не буду меня разгонять, раз и глохнет. Потом в меня въедешь, я заторможу. Я меня будет наглохнуть, ты-то меня в меня въедешь. Только что нам ехать? Недалеко до этого долили. Ну 520 нормально далеко осталось. Ну, половина. Пока вроде город какой-то. Да ладно, нет, я как не туда еду. Пока вроде не глохнет. Я пока иду, вот Дианост, пока идет Дианост, вроде нормально. Если там идет тихо идти, то она почему-то. Машина начинает глохнуть почему-то. Блин, когда это утро наступит, уже второй груз ночью везем. Я на стриме ехал ночью и опять ночью. Да я вот знаешь, вот как вот тоже... А, блин. Ты там чё, пингуешь что ли, Лёх? Да нет, вроде как. Мне кажется, ты как будто мне отдёрнулся, блин, или показалось мне это. Так это... Это FPS, смотрите, это ж не пинг. А, 81 у него. Пинг у него вроде нормальный. 81, да, вроде у него, да, или сколько ты видишь? Ну. А у меня сколько показано? 46. 46, да. Знаешь, правильно, наш мне 46 мне правильно показывает. Так. А ты что? А ты, Лёх, сколько видишь свой пинг? Сейчас 109. А, ну ты наш меня. Уже много у него, 116 и мы. Я гляжу, он это. У него прыгает. У него. Он тут... У него. Я еду, и я очень... прямо дергаюсь. Прыгает сильно возле него. Дергается, он пропадает, он раз в другом месте появляется. А, ну пингует. За ним ехать, да, за ним опасно. Так, заезжаем в город, не? Да вроде нормально едем. Пока машина не глохнет на времени. Машина пока ехал, пока вы не заглох, ни разу не заглох. Ну тогда поедем. Поедем. Тут осталось всего 400. Ну что, как бы так, минут 20 ехать, наверное. Ну, нормально будет. Все, набираю обороты. Мне уже понравилось это по снегу гонять. А. Главное не тормозить резко и все. Я тоже сейчас привык уже к нему уже. Когда я когда первый раз сыграл со снегом. Хотел удалить этот трассу, хотел удалить, не хотел, ну, с трассы. Потом поиграл, вроде, ну, поиграй, так, может, понравится. Вроде, чё, нормально. Втянулся. Мне не нравится, что-то не свечивает, не нравится. Когда вот снег отсвечивает, когда ближний включаешь, отсвечивает, так неприятно. А там в настройках
можно поправить. Ну нет, я не хочу специально так делать, специально так делаю. Меня все на трак 0-20 станет. А кто там сзади? Лёха, что ли? Лёха, я за ним иду. А. Значит, мне нельзя идти, если он поедет за мной, меня в любое время аж заглохнуть может. Так, меня впереди может... поворот, уходим влево. Значит, меня машина... Значит, я машину уже раз... машина развела немножко. Почему нельзя домой ехать? Да, я только сигналю. Под мостом влево. Ой-ой-ой-ой. Вот тебе ой-ой-ой. Тормозить вот тебе, надо. Вот тебе мышка, ой-ой-ой, видишь? Да он не тормозит на повороте просто. Я притормозил, я сбросил до полтинника, сбросил. А я до 7. Потому что я чувствую, что я не пишу с поворота. Тем более тут Леха передо мной тут. Та-дан-да-дан-да-дан-да-дан. Так. Эх, любимая наша трасса, вы хорошие, поэтому едем. Не по Великобритании, самое главное. Догоняет. Да, длинная дорога, это получается. О, по дорожке везет. А, нет, машина везет. Че машина везет? А? Да, впереди машина пошла. О, я вижу, машина везет, легковушка везет. Сзади меня никого нет, как хорошо. Да пропали люди уже, поменьше людей. Я какой-то не показ здесь сделал, чтобы сколько людей показал, сколько вообще людей на цирке, когда играешь, когда в игре зашел. Чтобы было видно примерно, сколько народу. Че, машинку куда гнали какую-то уже вы? Не, на обочине какая-то машина, контейнеровая. На обочине, так предупредишь, что машина на обочине стоит. Хотя как раз по той стороне я иду. О, она пропала. Походу, видно, кикнул, видно, или он... Поворот направо вниз. Поворот направо вниз. Ага, хорошо. Что-то я... Поспался. Зазевался. А я сегодня сел играть в эту сегодня, в ЕТС. Ну, как Лёха говорит, как не поедешь, я устал. Но я пошел и поехал. Сижу, играю, у меня прям сон клонит, блин. А груз длинный взял, блин. Еду, у меня прямо спать прям хочется, и все. Потом ничего, вроде разыгрался. Все, потом надо послать, нет, все, вроде проснулся. Вообще никого нет, что ли? Ну, посмотрим. Так. О, да вообще тут втроем только едем. Сейчас появится, просто в город не доехали. Тут пока на краю играем. Шаф. О, у меня тут эти. Произведена выплат по кредиту. Сейчас ближе к Германии приедем там. О, уже. Народ уже появляется. О, вот ты видишь, появляется уже. Так, осторожно, здесь ремонт. Дороги вправо. Хорошо. По дорожке везет. О. На мазе. А. Так, впереди поворот направо, уходим. Направо вниз. Хорошо. Так.
Заправка никому не надо? Нет, я заправился недавно до капитания. Так мы все заправляли же на заправке. Ну, мало ли, а вдруг это у кого-то расход там большой. Охеренный, да. Ну да. Нет, вот это реальный мод, там может реально потаять, я бы видим будет выходить будет. У меня стоит. Тебя стоит? У меня нет, я не стал ставить. Ну реальный расход. Реальный расход топлива. Я поставил. Ну, я поставил. Все время так стоит. Сколько играю, все время стоит. Интересно играть. Кстати, есть такое правило, если ты будешь сигналить, постоянно тебя кикнут. Так мне сигналить, я тоже ответственно тикаю. Не, ну если ты будешь нажать на сигнал, ехать, гудеть, там сколько-то времени тебя кикнут. Ну я сразу уже подсигналил. А, нажимаю нажать и держать постоянно. Ну там, сколько там, уже полминуты, не знаю сколько, выкидываю туда. Ну я максимум один раз только больше 5 секунд их сигналил, больше нет. Потому что шла к колонне сигналил. Ну так это приветствие, а если едешь, сигналил без толку. Вот это нет, секунд. Нет, просто мне то, что именно встретил. Я этим еду. Кикают почему-то за это. Ну что они мне сигналят, я им тоже сигналю. А попросту что-то попросту сигналил. Попросту я не сигналил. У нас это. Вот сейчас никого нет, нафига сигнал, сейчас никого да, нет. У нас на улице дождь рубит. По окнам слушает. Просто это, бывает, когда попадают в пробку, машин 50, и начинают все гудеть. Вот тогда, блин, начинают все кикать. Mm-hmm. Это на дороге гнать надо, на дорогу дураков надо. Вот там. Да мы тут недалеко все едем. А дорогу дураков? Да. Мы сейчас катаемся, поглядим. Вот еще один это, подарочки. Там ни разу не было, вообще ни разу я там не был в деревьях. Так там, может, там никого, я ж не знаю. Ну, как так никого, если... Ну, по-разному, если никого, там свободно проедешь. А-а-а, когда как попадает, да? Ну да. Там просто дорога узкая, и там пробки постоянно. Так, конвой впереди. Понятно. Там перекрестки, дорога узкая, перекрестки постоянные тут пробки. Угу. Понятно. Бывает и спокойно приезжаешь. Ну вот, Лёш, тебе осталось 10 подарков, и у тебя будет тоже наклеечка будет. Не наклеечка, покраска, а это в кабину. Ну, на кабину, на машину. Нет, ну внутрь в кабину, это. И вот машину красить в крапинку, в этом звездочке. То есть в кружке или как там, во что там. Я уже носок повесил уже в салон, у меня в салоне уже носок висит уже, на Рожетинске. Да есть не потный? Да не знаю, блин, пахнет, блин, невыносимо, блин. Освежитель воздуха, экологически чистый. Да, это точно. Вот я похоже стал. Завтра пробивает, лучше всякого эвкалипта. Блин, лишь отъехать далековато. Ой да, вот там тебя шатает. Шатает. Вот что-то меня тут это дернуло. О, легковушка. О, этот. Надзор какая-то. Кто? Надзор. Госнадзор. Ну, модераторы. Так. И колонну тут идем. Так, впереди непонятно что-то. Машины какие-то вижу. На обочине. А, они на развороте. Легкие. Они что, прям теряются, что ли, эти машины? Стоят вот здесь. А что, их видно, что ли, иллюминаторы, что ли? Видно, вон поехал рукой махать. Вон, смотри, это с правой стороны стоит машина на обочине. Аккуратно, тут повороты резкие. Я иду 90. Там чувак какой-то повис какой-то на заборе. О, народу сколько много тут.
чувак стоит на обочине. Эй, аккуратненько. Меня заносит у меня, блин. Хорошо идете вы. Та-да. Осталось 184 километра. 191. Ну блин, мужик мигает, чтобы выключить, блин, дальний. Я без дальнего еду. А я на дальнем. А это Леха, значит, на дальнем. Я на дальнем. А ты что на дальнем едешь? Ну, издалека плохо вижу. Так, ребята, здесь развилка пошла. Берем чуть правее. Ой. Берем правее. Таймлапс поправили даже. Че поправили? Таймлапс. И что это такое? Ну короче, ну сегодня же днем играл 6:40. Так, внимательно слушаем. Берем правее. Сейчас забуду здесь, ребята. Хорошо, правее. И направо вниз. По тормозам здесь очень крутой разворот. Так, потом. А, прямо теперь. Ну тут ты правее, а потом направо. Перестраивайся на правую сторону. Все перестроился, ну. Теперь уже. И потом направо вниз. Вот спускайтесь, я же тут спускаться. Так, немножко надо скинуть газ. Серега отстал. Кого там кикнули? Ну, точно не меня. Точно не меня. Что? Кого-то кикнули там. Я не заметил. О, у меня вик заглох. Прикольно. Сейчас завелся. Осталось 48 километров, слава богу. О, наконец-то уже утро наступает. 7 часов утра. Ну, свет все равно не включать еще, да, по 8 утра будет. До 7. Это время свет. До 7, свет оттушил, до 7 можно со светом. До 7, да? Вроде до 7 написано было. Сейчас испытаем, что. А где это написано? На сайте, да, написано? Да. Ну, правила почитать, там же написано. Я уже не помню, какое время. Там указано, какое время. Какого. Ну, я в 4 часа включаю, а в 8, после 8 включал всегда. Так, впереди... Меня обходят. Впереди пропускной пункт. Меня обходит по это... Пустой обходит, если что, ребят. Без прицепа, без всего. Так что впереди КПК. То есть, как она, блин? Контрольный пропускной пункт. КПП. Понятно. КПП... А, у Серёга. Короче, где бабки сшибают. Серёга уже приехал. Догнал. Ну, пока тут. Что, открывайте ворота, давайте, ага. А там можно было проехать слева, не надо открывать. Ну, блин, перестраиваться что-то неохота, блин. Я уже проскочил. Ну, молодец. Меня машина обошла, мне же не было перестраиваться. Чего, мне стукать еще лево? Ну, летит на дальнике светом. Отдыхающие, смотри, сзади. С фургончиком. Моргает. О, подарочки везем. Так, мы по прямой идем. Хорошо. Так, ну осталось, ребята, минут 5 нам приехать. И все. Как что, в ход поедете? Поедем. Еще разок испытаем. А ты что, отдыхать что, да? А ты, Лёх, что, отдыхать что ли? Ну раз, ну еще один разок, то это дерьмо. Ну еще разок катаем и все. А. За в школу тебе надо, да, или нет? Ну, уже что, каникулы. Так, вот 7 часов. Смотрите, проверяю свет. Давай проверять. Если тебе кикнут, значит, не буду выключать. Не, а габариты работают нормально. Работают, да? Да, я же говорю. Тогда тоже говорит, там же написано 7 часов. В
блин, перешел вас на габариты, блин. Машина вся заглохла. Работает, о, блин. Ну, включать кет мне приходится в 4 часа. То есть у меня в 4 часа, 16.05 меня выкидывает уже. Ну, я не помню сколько, ну, там написано. У меня, потому что я выкидываю, мне пишет 16.05, мне пишет сообщение. Второй раз выкинет сервака. Может быть, четырёх не помню. Потому что он играл, когда он слег, съедет, мне сейчас выкинет сервака. Включил свет и все. А его тоже выкидывали, он время машину не завел, блин, а я раз выкинули его сразу. Он тронуться даже не успел, еще выкидывали два раза его. Не успел зайти. Посмотрим, потом проверим. Я ему говорю, заводи машину и все-таки не кикали. Придумал такое слово кикали, блин, кикают. 60 км осталось. Там английское слово какое-то. Ну я понял, что не я так, не русский. Впереди опять КПП. КПП опять, да? Ага. А, я блокпост, блин. А у нас блокпост. Не, блокпост это блокирует. Это ж пропускной пункт. Ну. У меня таможня. О, у меня двигатель заглох. Че, въехал там что? Да, сильно круто въехал, ё-моё. Ну, да грузовичок, хоть грузовичок, хоть груз хоть. Довезу. Ну, это слава богу, что довезешь груз, надо довезешь. Самое главное. Я же был бы уже это. Красный, я себе перешел уже. А, ты тоже красный был, что ли? Был. А что ты на высоту не заехал? У меня из ног двигателя. А, из ног двигателя. Что, вообще не демонтируешь, что ли, получается? Не. Забываю. Офигеть, как катаюсь, так я не понимаю. Ну что, еду, а что такого? Я, короче, блин, я весь топливо все сожрал, офигеть. Потому что сломанный, поэтому и жрет. Тоже надо, наверное. Это же расход идет больше, да, потому что глок не заводишься. Блин, слушай, я думаю, почему, видишь, у меня вроде полный бак, а уже не полный бак. Офигеть. Видишь, очень косломный, даже не слушай. Ну что, ребята, подъезжаем к финишу. За поворотом финиш. Наконец-то финиш. У меня 27 км осталось. 20. Так, и берем тут. Берем правее опять же. О, Странбург вижу уже. Ура, мы прибываем на контрольную точку. Так, потом правее берем вниз. И налево. Почему я новый маршрут меня пишет? А может тебе это? Куда пошли-то? Может тебе в другую сторону? Мне совсем другое, меня повезло. Не знаю. Совсем другое. Жесть, я не там пернул, наверное. Ты может поведешь куда-то? Да, сейчас я съеду. Ну куда, вниз пошли, да? Вниз, блин. Да. Направо вниз. Блин, сейчас попробую здесь, может здесь по свечке придется мне шпарить. Так, красный светофор. Стоим. Здесь ездить съехать, а можно съехать здесь. О, зеленый, поехали. Что, плохо сейчас придется съезжать? Серега, у вас все время включение есть. Мне донесло. О, здесь у меня гаража нету, прикольно. А что ты так не купил? Чувак встал. Спасибо, что пропустил. Так, впереди красный. И нам направо. Зеленый. Зеленый. Опять красный. Одни светофоры, да ё-моё. Зелёные. Ну, потому, что была жизнь. Так куда ты повторится, если не по той стороне рулишь, ё-моё. Нам же влево. Ну, я здесь тормозил, я ушёл в сторону. Ну, сейчас в гору красный.
Так, сейчас влево. Право, наверное. А, право, да. Блин, тут я совсем перепутал. О, я тут народ стоит. Блин, у меня воздуха вообще не мало. У кого что? Все, прибыли. А я тут, Ура! Ура, доставка прибыла. О! Я не буду нарушать. Поехал нарушать. Пускай нарушает. Здесь я еще не был. Поверни вправо. Погоди. Ну что там? Чувак заезжает. Да вот чувак не заезжает тут что-то, блин, нифига. Стоят тут они что-то все тут, блин. Заправочка, заправочка. Все, короче, да. Все, мы приехали.